Молодой человек, извините, скажите, что вам мешает открыть свое дело? Мне бы глаза завтра с утра открыть. В Челябинске ежегодно регистрируют 5000 новых компаний, но только 1000 из них открывают люди в возрасте до 30 лет. Мы узнали у молодых челябинцев, почему они откладывают открытие собственного дела. Как оказалось, всему виной отсутствие у людей денег. Мне лень.